по факту мы до начала отопительного сезона предположительно, скажем так, исторически сложилось, у нас ориентир 15 октября. Хотя, как сказал первый заместитель городского головы, конечно же, зависит от температурного, скажем так, режима, и впоследствии эта дата может быть откорректирована. Но, тем не менее, мы ориентируемся на 15 число, то есть обеспечение подачи теплоносителя в, соответственно, не только в теплотрассы, но и в дома. По стандарту, как правило, в первую очередь, конечно, подается тепло в медицинские учебные учреждения, детские сады, школы, больницы, поликлиники и прочее. В последующем, конечно же, параллельно мы запускаем дома. Просто их гораздо большее количество, а медицинских учреждений чуть поменьше. И по мере возрастания нагрузки котельные будут выходить на свой стандартный режим, как говорится, работы. Все проблемы у нас связаны только с тем, что наши сети, к сожалению, довольно-таки изношенные. Вот эти цифры, километры, простите, тысячи или сотни там повреждений, это все связано с тем, что сети плохие. Поэтому мы стремимся к тому, уже не первый год, и в прошлом, и позапрошлом году, делать полностью замену сетей, которая позволит нам избежать, во-первых, технологических затрат, то есть это уходит вода, теплоноситель, специально подготовленный под дома, и, соответственно, это экономические потери, ну и необходимость проведения работ связана с тем, что надо отключать часть этих сетей, соответственно, часть домов остается без тепла. Самая главная сейчас задача – это все-таки провести ремонтные работы по максимуму. Конечно, многое зависит от финансовых возможностей города, но, во всяком случае, в этом году мы провели очень много работ, в прошлом году, и на следующий год планируем то же самое. Заказчиком по строительству модульной котельной является Управление капитального строительства. Мы посетили эти, скажем так, объекты на прошлой неделе. По информации, которую дал главный инженер Управления капитального строительства, эти котельные в настоящий момент, там один модуль стоит, второй будет установлен буквально сегодня-завтра. Вроде бы, я прошу прощения, я просто говорю о том, что было в пятницу утром. Значит, поступает труба, ну, дымовая труба на одну из этих котелен. Во всяком случае, по информации, которая есть, они постараются ускорить эти работы.
Все? Все там. Спасибо большое.